Так, давайте я представлюсь. Меня зовут Людмила Булдакова. Я живу в Алтайском крае, село Павловск. Пришла я в компанию Oriflame не через интернет. Пришла я, когда еще в интернете никто не работал особо-то, потому что это было давно. И вот в интернете работаю уже, ну, около года. Две команды у меня строятся, как по нашей системе, как мы строим команды. Работаю я вместе со своей дочкой, которой 6 лет на данный момент. Когда мы проводим вебинары, она всегда в это время дома и иногда мне помогает, тут что-то говорит. Ну, это у многих так, потому что у нас многие работают в интернете, мамочки в декрете, детки дома. Моя тоже мне еще помогает приглашать, то есть я, когда приглашаю, рекрутирую, да, я выставляю параметры, говорю, нажимай добавить в друзья, кто нравится. Ну вот она сначала кошечек, собачек, цветочки приглашала, теперь уже понимает, кого нужно приглашать, и приглашает всех, кто нравится. Поэтому если кто-то у нас попал в нашу команду с ее приглашения, то может радоваться, что дочке он понравился в первую очередь. Да, растет директор. У нас все дети Oriflame, она у меня вот песни поет про Oriflame, снимала на видео, выкладывала в Одноклассниках, может, кто-то видел, поддержал классом. Если кто не видел, поддержите, зайдите на страничку. Итак, мы начнем сейчас первый кит в системе, как получить первый доход в компании. И занятие у нас для новичков, курс для новичка «Успешный старт», именно о том, как заработать именно первые денежки. План занятий, это первое, это личное потребление, как подбирать для себя продукцию правильно, какие инструменты есть у нас на сайте для этого. И второе, это мы разберем первый доход в компании. Продолжительность вебинара рассчитана на час, но так как мы начали немножко позже, я постараюсь уложиться побыстрее и расскажу вам основные моменты. Не буду слишком долго растягивать, да, отвечу на три важных вопроса. Первый, нужно ли продавать вообще, можно ли зарабатывать с первых дней и какие ваши перспективы. И первый кит в системе – это личное потребление, или меняем обычный магазин на свой собственный бутик Oriflame. Но это уже пояснять, я думаю, нет смысла, потому что мы все уже после презентации, после успешного старта понимаем, для чего и зачем мы покупаем, да, мы меняем обычный магазин на свой собственный бутик Oriflame. Единственное, еще раз хочу затронуть ту тему, что сейчас, возможно, все уже знают, что в магазинах можно нарваться на подделки, и это не секрет, что 80% косметических продуктов, и не только косметических продуктов, а товаров вообще, фальсифицированная продукция, это потому что сейчас сертификация, в принципе, отменили в России сертификацию, и поэтому очень много подделок. И это плюс сетевым компаниям, потому как в сетевых компаниях продукт идет напрямую от производителя, и ни одному дистрибьютору компания не заплатит за то, что он продвигает чужой продукт или продукт, где-то сделанный в подвалах. Надеюсь, вы это понимаете, да? Наш продукт очень удобно покупать, каталоги продают сами, то есть если вы откроете каталог, вы ну, просто увидите все, что нужно вам, вы найдете в наших каталогах и по возрасту по своему подберете, и по своим предпочтениям, по типу кожи, и также по ценам вы можете подобрать для себя. Все что угодно. Заходите на сайт, изучайте продукцию. У нас есть справочники по продукции, руководство по применению.
и вы найдете для себя те продукты, которые нужны именно вам. Разберемся вот немножечко по вот условный цифровой показатель баллы бонуса. Мы вот говорим о баллах бонуса, что же это такое, сколько это в деньгах. Балл бонуса, они присваиваются каждому продукту, и вы можете увидеть их в прайс-листе, можете увидеть их в каталоге, где цена продукта ниже, там баллы бонуса сколько соответствует. И если вот посчитать, к примеру, тушь стоит 249 рублей, и за нее дается 7 баллов, мыло 39 рублей, и за него дается 1 балл. То есть получается примерно 35-40 рублей стоит 1 балл. Компания работает в 63 странах, и поэтому, так как цены везде разные, у нас бизнес международный, и чтобы посчитать доход консультантам, да, все считается в баллах, единая система. Идем дальше. Рассмотрим ассортимент продукции. В компании Oriflame очень широкий ассортимент продукции, более 1500 наименований. И сюда входит продукция для ухода за лицом, макияж, ароматы для тела, для волос, аксессуары, wellness для мужчин. Всю эту продукцию вы можете вот увидеть в разделах специальных на страничке официального сайта. И посмотрите, раздел для по уходу за кожей лица. И наша косметика, она создается для того, чтобы поддержать естественную красоту в любом возрасте, благодаря нашим эффективным средствам с натуральными ингредиентами. Здесь все лучшее от науки и природы. И подберите для себя обязательно серию по уходу за лицом, по вашему возрасту, по вашему типу кожи. Вы останетесь просто довольны тем, что от применения получите, когда результат. Очень эффективные средства. Я тоже, вот Марина пишет, пользуется серией Novage. Я тоже приобрела себе серию Novage и пользуюсь вот не так давно. До этого у меня была серия коллаген, а сейчас вот Novage. И мне очень понравилось ощущение комфорта весь день. Приятный аромат, кожа гладкая, бархатистая. Ну, в общем, я довольна очень этой серией. И лицо выглядит таким посвежевшим, как белее, как бы вот, ну, очень нравится серия. Для каждого типа кожи, для каждого возраста, конечно же, свое. И у нас есть гид по уходу за кожей Oriflame, где вы можете подобрать для себя вот в режиме онлайн на официальном сайте, прям можете подобрать для себя, отвечая на вопросики, то, что подходит именно вашей коже. Выбираете там возраст, какие проблемы вас беспокоят больше всего, какой тип кожи. И вам предлагается комплексный уход за кожей, то есть есть видеоурок, как ухаживать за кожей правильно, какие средства использовать, чтобы был эффект, больший эффект, чтобы получить от применения, как правильно ухаживать. Есть прямо на сайте видеоурок в этом же гиде по уходу. И будут предложены продукты, которые подходят именно вам. Это очень удобно, потому что продукты дорогие, конечно же, и купить сразу вот так, не определишь, да, подойдет, не подойдет. Подобрали, можно заказать пробнички, проверить сначала, действительно, подходит ли вам, нет ли у вас аллергии на тот или иной продукт, потому как продукция натуральная, да. Как известно, на натуральные ингредиенты может быть аллергия. Кому-то не подходит мед, кому-то не подходят апельсины, да.
Поэтому обязательно приобретайте пробники перед тем, как что-то приобрести себе из этих средств. Также у нас представлено в большом ассортименте для волос продукция, которая делает ваши волосы сильными, здоровыми, сияющими. Шампуни, кондиционеры, средства для укладки. Можно создавать различные прически с нашими продуктами. И не переживайте, что у вас прическа там потеряет вид. Очень хорошие средства для укладки, замечательная краска для волос, различные маски. Волос растет хорошо, быстро, да, становится крепким, сильным. Но тоже по применению нужно познакомиться с руководством по продукции, как правильно применять, потому как тоже, опять же, натуральные ингредиенты. Бывает так, что бывает негатив такой, когда, например, берут какую-то, покупают какой-то шампунь и говорят, что он не подходит, склеивает волосы, невозможно расчесать. Да, такое может быть, обязательно используем в комплексе с кондиционером, чтобы этого не произошло. Вырежи мне эту подушечку, что вот у меня вырезала покрывало. Давай. И вот такой вот хочу представить продукт замечательный. Это SC-крем 10 в 1 с омега-комплексом и антиоксидантом. Увлажняет, защищает, укрепляет волосы, ухаживает за кожей головы, не требует смывания. Использую на чистых, чуть влажных волосах перед укладкой или на сухие волосы в качестве финального штриха и наслаждайся великолепием здоровых волос. Это новинка, мы уже его попробовали, нам очень понравился этот CC-крем. У меня дочка очень любит, она когда помоет голову, говорит: мама, намажь мне волосы с CC-кремом. Они блестят, на самом деле такой приятный аромат, гладенькие такие красивые волосы. И в следующем каталоге он будет по уникальной цене, всего за 299 рублей, в каталоге номер 7. Обратите внимание, сейчас скидочки на него нет. Он быстро у нас, когда появился, быстро закончился на складе, не все успели приобрести. Компания немножечко не рассчитала, что он будет пользоваться таким спросом. Одеяло вырежу для малыша. Ну все, успеваем тут. Для него вырежу одеяло. Для него одеялка. Пиши. А что такое ваше для него одеялка? Два раза вот так. И перейдем к декоративной косметике. Хочешь выглядеть эффектно, да, красиво, чтобы на тебя обратили внимание, тогда вот у тебя есть возможность подчеркнуть и усилить твою естественную красоту с нашими продуктами декоративной косметики. Замечательные помады, блески, туши, тональные основы, пудра, румяна в шариках. Для нее одеяло. Для нее еще одеяло вырежем. И вот смотрите, хочу сказать сейчас про румяна в шариках. Тоже у нас румяна в шариках — это такой брендовый продукт, да, и его, ну вот даже в других компаниях люди работают, которые в других компаниях. У меня есть такие знакомые, которые вот спрашивают: а у вас вот румяна в шариках Giordani Gold есть? То есть уже полюбившийся продукт, давно очень этот продукт. И его хватает очень надолго, они практически не заканчиваются. И когда вот ими пользоваться, да, вот у них там много цветов различных расцветочек. И в это, ну, когда вы ими пользуетесь, и смотря какая у вас помада на губах, да, и она как бы мерцает вот в этом цвете, они подстраиваются именно под цвет помады. Что интересно, вот именно вот становятся активными те цвета, какие больше подходят под цвет помады.
Сочетание идет такое, то есть очень это красиво смотрится, эффектно. Тени для век замечательные, тоже можно подобрать. Кому-то подходят сухие, кому-то подходят кремовые тени. Лаки для ногтей, огромная палитра. Туши тоже в огромном ассортименте. Моя любимая тушь раньше была Супер Тушь 5 в 1. Я пользовалась всегда. Потом у меня пришла как-то тушь, ну я не помню, как она у меня пришла в подарок или как, по акции, гипердлина для роста ресниц тушь. И вот как-то мои реснички ее полюбили, как-то вот она хорошо лежит, ну то есть подошла. Теперь вот любимая тушь у меня это, зелененькая такая, может быть, кто видел в каталогах. Мама, Дочь, подожди, я занята. Проведу эту пенал. И теперь хочу вот представить вам помаду. Я веду вебинар, дочь, не мешай. Я тебя похвалила все. И вот смотрите, сейчас помада Giordani Gold у нас в насыщенном матовом цвете. Раньше была перламутровая с блеском, а сейчас вот матовая. Богатая кремовая текстура у нее, плотное покрытие, глубокие насыщенные оттенки и содержит драгоценное масло органы, которое обеспечивает длительное ощущение комфорта на целый день. У нее SPF защита от солнышка 12, то есть такая помада подойдет женщинам, девушкам с 35 лет, как бы рекомендуется серия Giordani Gold. И она уже идет от первых возрастных изменений, защищает губы. То есть антивозрастная. Тоже, если у нас есть девушки с 35 лет, обращаю ваше внимание. Возьмите пробнички, попробуйте, вы не пожалеете, вы обязательно полюбите эту помаду, если кто ее не знает. Студия макияжа у нас есть. Вы можете подобрать для себя те оттенки, которые вам подходят. Можете загрузить свою фотографию и подобрать образ какой-то для себя. Поговорим о руках. Руки могут рассказать многое о вашем возрасте. Серия по уходу за руками от Oriflame решает все специфические проблемы рук. И ухаживает, и увлажняет, и защищает, и омолаживает. И нужно помнить, что утром вода, вечером масло. То есть утром мы пользуемся дневным, это увлажняющий крем для рук. Если вы что-то планируете, какой-то работой заниматься, то защитный крем для рук у нас есть, он создает эффект перчаточек, то есть вы его нанесли, поделали какие-то дела, может быть, сад, огород. Мужчинам вот рекомендуется, кто с машинами занимается, какие-то еще дела, да. И потом они смываются, как перчатки, и руки чистые, ухоженные. И вечером питательный крем используйте, смягчающий крем, чтобы вот на ночь уже кожа рук питалась, получала все, что необходимо в течение ночи. Есть у нас антибактериальное средство для рук. Используется где-то в дороге, если вы хотите что-то перекусить, руки помыть негде. Можете быть уверенным, что на 99% защищает от бактерий. Деткам можно давать в школу. Они, если не любят там у умывальников в очереди постоять, да, долго мыть, торопятся в столовую, к примеру. Этим средством всегда будут пользоваться. Единственный момент, что будет быстро кончаться средство, потому как если вы купите своему ребенку, то все дети там захотят в школе тоже им пользоваться. Вот. Дальше для ногтей замечательные средства. Очень хорошие для роста ногтей. Ногти растут шикарные. У меня ногти, вот я пользуюсь всеми средствами для ногтей. У меня ногти шикарные. У меня все спрашивают,
ты ногти нарастила? Прям вот задают конкретно прямой вопрос. Ты ногти нарастила? Нет, я ногти не наращиваю. Наращивала один раз. Я мучилась потом с ними, когда они отрастали некрасиво, да. Но тем не менее я их спасла нашими средствами. Даже крем для рук помогает восстановить ногти. Для рук и ногтей, особенно шведский спа-салон, замечательный крем у нас есть. И он помогает восстановить ногти. Ногти становятся ровненькие, плотные, твердые, прям вот не ломаются, не слоятся, ровненько растут. Ну, красивые ногти, ухоженные. Тоже рекомендую пользоваться средствами. Лак наносится утром, снимается вечером. По идее так. Когда говорят, лак не стойкий, да, лак и не должен быть стойкий. Лак, он как косметика, он наносится утром, снимается вечером. Сейчас, секундочку. И переходим к уходу за телом. И это у нас средства такие, как гели для душа, крем для душа, пена для ванн, различные скрабы, крема для тела, дезодоранты, спреи. Мам, где мои свечки? Дай мне. Нет, все спать. Дай! Сейчас, секундочку, еще прошу прощения. Так, я вернулась. Ну все, ребенок уже хочет спать, уже не может ждать. Сейчас, секундочку, я отключусь на секунду. Прошу прощения. Слышно меня? Угу. Переходим к уходу за ногами. И наша серия средств по уходу за кожей ног поможет поддерживать здоровье и красоту даже самых занятых особ. И у нас представлены такие средства, как дезодоранты, освежающие для ног, крема питательные, антиперспиранты, крем антиперспирант, питательный крем, увлажняющий крем для ног, есть скраб для ног, есть тальк для ног. И есть еще маски, пилки, носочки. То есть все для того, чтобы ноги были красивыми. Вот сейчас как раз скоро лето, да, мы все оденем босоножки. И у кого-то, возможно, после зимы есть какие-то небольшие проблемы, у кого-то большие. То вот с нашими средствами можно решить любые проблемы. И не только, можно просто сохранять здоровье и красоту. Вот тальк, он предназначен для того, чтобы забирать влагу. Его можно насыпать прямо в обувь, чтобы обувь была сухая. Спрей аромат, антибактериальное действие, и ментол снимает усталость. Также он предотвращает от грибка. Скраб отшелушивает. И как пользоваться скрабом? Скраб наносится не руками, а пилочкой, специально отшелушивающей пилочкой. То есть на пилку немножечко скраба. И пилочкой скрабите. После этого смываете скраб теплой водичкой и наносите крем. Маски на ночь можно использовать, масочки. Увлажнение дают, питание. И носочки одеваете после использования масочки на ночь, усиливает эффект от масок и не оставляет вот резиночек, как обычные носочки, да. Очень удобно. Современные мужчины тоже
любят ухаживать за собой. И в портфолио Oriflame есть очень много продукции именно для мужчин. Это коллекция ароматов, средств для лица, тела, волос. И комплексный уход больше не проблема. То есть все есть для мужчин. И первое, с чего можно начать знакомство с продукцией Oriflame мужчин, это мужское мыло. Оно универсальное, подходит абсолютно для любых целей. Можно им бриться, можно мыть голову, можно мыть тело, руки. И просто замечательное мыло, такое освежающее, с ментолом. Аромат приятный, если в бане, то это в бане потом аромат держится очень долго, если в ванной, то это в ванной, если где-то на раковине просто лежит мыло такое, то после его использования тоже долго держится аромат. Очень хорошее мыло. Ароматов для мужчин большое количество, огромное. Как выбирать ароматы для мужчин? Тоже есть маленький секрет. Если женщина выбирает аромат для мужчин, смотрите на модели. Если этот мужчина похож на вашего мужчину внешне, то и аромат тоже подойдет вашему мужчине. Смело заказывайте пробник, пробуйте, и после этого уверена, что вы закажете именно эту туалетную воду. Шампунь, обратите внимание, как шампунь для мужчин выглядит, да, какая форма бутылочки, баночки, то есть с таким изгибом. Мужчины у нас, как они очень нежные, да, они не любят, когда что-то выскальзывает из рук, они начинают страшно нервничать, и когда мокрые руки, вы представляете, да, что может, если там круглая баночка, она может выскользнуть. Здесь вот она с пупырышечками такая, с изгибом, что ее удобно держать. Ну, бальзамы, вот если мужчина не пользуется кремом для лица, да, бальзам после бритья, он заменит именно вот уход за кожей, как тоже кожа у мужчин стареет немножко позже, чем у женщин, но тем не менее тоже стареет, тоже появляются морщины. И если пользоваться продукцией Oriflame, даже если не пользоваться продуктами для лица, но пользоваться бальзамом после бритья, тоже эффект как защиты кожи идет. Есть свои у нас тут станочки, да, пены для бритья, дезодоранты шариковые, дезодоранты, спреи. Кому как нравится, кому как удобно, все можно подобрать. Зубная паста замечательная. И у вас будет превосходная улыбка, если вы будете пользоваться зубной пастой от компании Oriflame. Компания Oriflame выпускает зубную пасту не так давно, около 5 лет, наверное. И с тех пор мы покупаем пасту только в компании Oriflame. Она защищает от кариеса, освежает дыхание, одобрена Ассоциацией стоматологов Швеции. То есть представьте себе, на каком уровне одобрена эта зубная паста. И цена тоже очень у нее привлекательная. То есть можно, ну, в пределах 60-70 рублей покупать такую замечательную пасту. Раньше вот я покупала в компании Amway пасту, мне она нравилась. Но по цене вот значительно наша дешевле. По качеству, мне кажется, даже и, наверное, лучше. Или я просто ее так полюбила. У нас есть отбеливающая паста, есть паста освежающая, есть мультиактивная, противокариозная. То есть, ну, различные пасты, щеточки тоже есть. И жесткие, и средней жесткости, и мягкие, и для чувствительных зубов. Каждый для себя может подобрать свою. Ароматы Oriflame включают большую коллекцию парфюма как для женщин, так и для мужчин. Весь свой парфюм компания разрабатывает во Франции вместе с известными дизайнерами, которые сотрудничают с такими престижными брендами, как Louis, Saint Laurent, Dior,
То есть, смотрите, у нас как выбрать аромат без пробников? Если аромат оранжевый, да, вот бутылочка, бутылек оранжевый или желтый, то это цитрусовые. Если розовые, красные, то это цветочные, сладкие. Белые – это воздушные, голубые, синие – морской бриз, зеленые – травянистая нотка, и коричневые – это древесная нотка. Вот. Но опять же, не забывайте про пробнички. И вот сейчас у нас представлены два аромата весенних, таких замечательных. Вишневый аромат, белый сирень по привлекательной цене всего за 399 рублей. Тоже рекомендую попробовать. Как раз актуальны весной. Ну и как не сказать о наших замечательных продуктах Wellness. Если вы хотите себя отлично чувствовать всегда и прекрасно выглядеть, то знайте, что с помощью наших продуктов и простых, но эффективных советов по правильному образу жизни мы откроем перед тобой целый мир здоровья и правильного питания. Ведь жить полной жизнью с Wellness так просто. У нас представлены коктейли, они в трех вариантах представлены на данный момент. Это клубника, ваниль и шоколад. Мой любимый ванильный, дочка у меня любит вот клубничный. Ну, покупаем все, то есть пьем все коктейли, очень нравится. Тоже вот рассказываю про эти коктейли. Утром встаем, первый день, первым делом выпиваем коктейль, и 4-5 часов кушать не хочется, то есть просто пьем водичку. Ну, это опять же еще и экономия хорошая. То есть представьте себе, пока коктейль есть, у нас экономия финансов, то есть мы очень мало покупаем продуктов, потому как в коктейле содержатся все необходимые организму вещества. Витамины, минералы, все прочее, клетчатка. И когда коктейля нет, это просто какая-то проблема. Деньги идут на продукты, ну, очень большое количество. То есть коктейль очень даже выгодно даже. Не только это здоровое питание, не только это вкусно, но еще и выгодно. Супы тоже пробовали, мы уже брали супы, но вот как-то суп я еще не привыкла, да, мне вот коктейль больше нравится. Хотя тоже полезный суп, вкусный очень, можно приготовить на свой вкус, добавить что-то туда, зелень, сухарики, томатный и базилик. Батончики, честно скажу, еще не пробовала, очень хочу попробовать. Витамины покупаем постоянно, и детские, и взрослые. Витамины у нас представлены для мужчин, для женщин. Вы уже немножечко знаете о них, прослушали о шагах стартовой программы, что они идут в подарок в четвертом шаге, наборе по выгодной цене. Детская обязательно омегу, обязательно витамины, дочки беру. Пьем с года и развиваемся очень даже хорошо. И также есть отдельно еще витамины у нас есть в комплексе, да, Wellness Pack. Есть отдельно мультивитамины, минералы, есть отдельно омега, есть отдельно астаксантин и есть для волос и ногтей витамины. И не забываем о том, что продукцию Oriflame можно покупать выгодно, то есть по программе подписки 3 берешь за деньги, 4 даром приходит. Очень выгодно нам, кроме того, что нам как консультантам Oriflame 20% и так идет дешевле, да, если по подписке получается, что еще плюс 25% экономия, то есть получается 45% дешевле обходится, чем в каталоге. Поэтому посчитайте, разделите на 21 день, сколько это обойдется, и вас приятно удивит эта цена, потому что, ну, ни один даже завтрак, обед и ужин за такую цену просто не обойдется.
тем более в таком комплексе. Вот wellness завтрак, это вот предполагается, что это стакан коктейля, да, порция коктейля и пакетик wellness pack. Это замечательный wellness завтрак, то есть сюда входит все, что необходимо нашему организму. И если вот так завтракать правильно, то будет и энергия, будет и здоровье, будет и красота, и прекрасное самочувствие. То есть будет хорошо. И у нас есть научно-экспертный центр Wellness на сайте Oriflame в разделе Wellness, где вы можете найти ответы на все интересующие вас вопросы. И вот, пожалуйста, подписка. Каждый четвертый продукт в подарок. Аксессуары. Долго останавливаться не буду. Очень много аксессуаров. От кошельков и расчесок до сумок и полотенец. Тоже аксессуары шикарные. И перейдем ко второй части. Тут уже побыстрее буду рассказывать. И как получить первый доход в компании. Ну, во-первых, у нас есть программа лояльности. Вам сегодня уже про нее рассказали. Какие доходы новички у нас могут получить, пройдя шаги стартовой программы. Суммарная выгода составит 16 972 рубля всего за 4 каталога, то есть за 3 месяца. Это очень приятный такой бонус от компании для новичков, для того, чтобы новички получили первые деньги, заинтересовались, да, и стали лояльными потребителями и активными консультантами. Предлагается больше выгоды, начиная с 32% тем, кто делает 150 баллов каждый каталог. То есть дополнительная скидка 12%, скидка 20% всем, да, на все продукты из каталога. 10% скидка премьер-клуба на заказ из следующего каталога. И 2% это дополнительная скидка на заказ в следующем каталоге. Скидка по плану успеха соответствует скидке 3% от объема продаж. И, конечно, беспрецедентно низкая цена на один любимый продукт, как участнику премьер-клуба. Ну и кроме того, можно пользоваться специальным предложением премьер-клуба, где скидки до 70%. Все консультанты могут участвовать в сильных распродажах, в различных акциях. И вот посмотрите, я взяла вот этот расчет дохода из своего отчета. Это реально вот консультанты заработали такие денежки. Вот консультант сделала 150 баллов, это потребительская цена 7 500 рублей, цена дистрибьюторская, то есть для нас 6 000 рублей. Объем продаж — это сумма с которой вычетов налога, за вычетом налога уже, которые начисляются все доходы. Скидка премьер-клуба получилась 722 рубля. То есть то, что за 150 баллов я рассказывала, да, премьер-клуб. 722 рубля за это скидочку премьер-клуба получила консультант. Немедленная прибыль получилась 1500 рублей. И объемная скидка 3%. 109 рублей. Итого 2331 рубль за 21 день при заказе всего на 150 баллов. Другой консультант вот у меня сделала 242 балла. И получилось у нее уже доход 3720 рублей. У нее тоже 3%. И вот такой доход. И еще один консультант, 450 баллов получилось, это доход уже 6%, скидка 6%, 654 рубля, немедленная прибыль здесь уже 4500, то есть вот эти 20%, и скидка премьер-клуба 2166 рублей. Итого 7320 рублей. Видите, то есть
на 22 500 рублей по цене каталога заказ был, и 7 320 рублей с этого чистая прибыль. Шикарно, да. Некоторые говорят, что шабашка, да. Вот, ну, где еще можно заработать такие денежки с продаж, допустим. Это тем, кто любит продавать, это тем, кто любит показывать каталог, можно заработать вот такие денежки. А как я делаю личный товарооборот? У меня всегда личный товарооборот не меньше 150 баллов. А как только я пришла в компанию, с первого каталога я стала делать 150 баллов и больше. И всегда участник премьер-клуба. Конечно же, на первом этапе себе покупать на 150 баллов дорого. Мы же пришли сюда зарабатывать, а не вкладывать, да, не продавать даже, я бы сказала. Ну, можно рекомендовать продукт своим знакомым, друзьям, родственникам, соседям. И не отказываться, когда через вас что-то заказать хотят. То есть я раздавала каталоги, я и по сей день их раздаю. Я заказываю всегда, как участник премьер-клуба, у меня обходится 8 каталогов за 154 рубля. Я раздаю их своим уже постоянным клиентам. То есть я организовала свой личный товарооборот с постоянными клиентами. Это 30-50 человек в моем списке, которые смотрят у меня каждый каталог. То есть либо я им онлайн-каталог отправляю, либо я им даю бумажный каталог, или я даю каталог посмотреть на несколько дней, на 2-3 дня, или я дарю каталог. И таким образом у меня получается заказ с постоянных клиентов, ну, не меньше 150 баллов получается. Ну и плюс обязательно с 50% скидкой я всегда покупаю wellness. Как вы видите, 1792 рубля цена для нас, для дистрибьюторов цена, то есть это уже не по каталожной цене, это уже по нашей цене. Мне он обходится 896 рублей, так как я покупаю его с 50% скидкой, и дает он 25 баллов. Ну и плюс у меня подписка на коктейль, на витамины, на детские витамины, на омегу подписка. То есть получается, ну, 300 баллов не проблема. Вот. И когда я делаю заказ, если я делаю заказ даже на 150 баллов, 7500 рублей, ну, 7000 рублей, то оплачиваю я уже 2500 рублей только, так как у меня скидкой все проходит. И личные 150 баллов, мы про них говорим всем. Это, конечно, делать не обязательно, если вы пришли просто как потребитель, или вы пока не готовы делать 150 баллов. Но мы вам рекомендуем начать этому учиться, да, потому что компания платит нам за товарооборот, и у компании есть условия, что с объема продаж мы получаем, с группового товарооборота мы получаем только доход при условии личных 150 баллов. Ну, говорили, что продавать не нужно, да. Пожалуйста, можно сделать выгодное предложение знакомым своим, предложить свою скидку. То есть не зарабатывать на показе каталога, да, отдать со скидкой, пожалуйста. И тогда вам не нужно будет искать клиентов, так как ваши знакомые, ваши родственники, они будут так у вас покупать все со скидкой, переходят в статус постоянные. Им, конечно же, выгоднее брать через вас, чем в магазин идти, переплачивать, да, деньги. Здесь они будут покупать значительно дешевле. И можно найти желающих в интернете приобретать со скидкой без обязательств через ваш номер. Ну, тогда вам придется сделать доверенность, да, человеку, чтобы он через ваш номер, потому что в сервисных пунктах обслуживания выдается по паспорту заказ. Ну и, конечно же, личное потребление. Не забываем об этом. И смотрите, что дают еще 150 баллов личные за каталожный период.
автоматически открывает возможность участия во всех акциях и программах. То есть это и стартовая программа, это и премьер-клуб, это и бонусы различные. Вот было у нас по турборосту, сейчас, вот, к сожалению, этой программы нет для новичков. Но вот те, кто у нас пошел по этой программе, еще получают. Также с товарооборота группового доход получаете. То есть все начисления необходимы. Все идет с товарооборота, с личного, 150 баллов. Поэтому рекомендую уже с первых дней учиться делать этот товарооборот. Вот. Самое главное, что объемная скидка с товарооборота вашей структуры. Представьте себе, что вы там через какое-то время, через полгода, через год создали товарооборот, ну, структуру построили, 1000 человек, да, и в вашей структуре каждый берет в среднем на 1000 рублей. 1 миллион товарооборота у вас прокатился по структуре, и вам доход 10% от этого, 100 тысяч рублей. И вы не делали своих 150 баллов. Как вы думаете, ну, вы бы сделали, да, 150 баллов? Вы бы нашли, что себе купить на 150 баллов, на 7 тысяч рублей, чтобы получить эти 100 тысяч рублей? Но чтобы найти, что купить, нужно сначала, конечно же, продукт попробовать, изучить, выбрать для себя то, что, чем вы будете пользоваться. Потому что в любом случае пользоваться надо всегда. Вот, сегодня вы купили на 7 тысяч, абы что, да, чтобы эти 100 тысяч получить. А в следующем каталоге вам опять 100 тысяч перечислится, а вам опять надо на 7 тысяч покупать, а вы не знаете продукт. Опять купить, и непонятно, что с ним дальше делать, да. Поэтому надо пользоваться, надо изучать продукт, надо подбирать свои баночки, да. Ну и на этом, наверное, у меня все. Презентация закончена. Если есть вопросы, задавайте. Если вопросов нет, то спасибо за внимание и ждем вас на наших вебинарах. Я запись вела, сейчас запись отключу и могу еще поотвечать на вопросики, если есть такие вопросы.